17 мая. 13:00. Стадион «Металлург», поселок Косая гора. Профессиональный футбольный клуб «Арсенал Тула» при участии правительства Тульской области и администрации города Тулы, а также объединением спортивных болельщиков, проводит второй турнир по мини-футболу среди болельщиков Тулы и Тульской области. Турнир будет проходить на большом поле, которое поделят на 4 части. В составе команды 5 в поле, 1 вратарь, плюс не больше 4 запасных. Вас ждут ценные призы ПФК «Арсенал», правительства Тульской области и администрации города Тулы. Турнир бесплатный. Заявки на участие в турнире принимаются до 16 мая по телефону, а также в группе ВКонтакте.